Здравствуйте! Сегодня мы будем кушать рыбку на обед, и я вас всех, друзья мои любимые, приглашаю ко мне в гости. Идем, поехали. Ну вот это наша ромба. Я не знаю, камбала это или камбала. Да, будем сегодня на обед кушать. Бедненькая рыбка попалась нам в сети. Супермеркато Риальто. Quanto costa questo? Non ricordo tutto insieme, pagato. A cosa ancora comprato? Sarà 20 euro. 20 euro у нас она стоит, вот эта рыбка сейчас, сегодня купили. Будем, ну, вот смотрите, вот это капасанты. Будем еще кушать сегодня капасанты. Сейчас их надо помыть. Quanto capasanti sono qua? 4, 7? 6 килограмм тут 6 капасантов. И квести, и вот эти ракушки будем кушать. Как они называют? Come si chiama? Sempre dimentica. Vongole. Vongole, sì. Vongole. Итальянцы любят антипасту, пасту с этими, ну, пасту, это спагетти с этими гондолами. А ну, come possiamo? Come prepariamo spaghetti? Con spaghetti oppure anche senza? Ну, я еще не знаю. Мы будем делать и спагетти или так, я не знаю, посмотрим. Ну все, начинаем кучинарить. Иду я переодеваться и будем кучинарить. Потом все покажу дальше. Вот сюда я взяла немножечко масла оливочного. Опять же, эта марка, видите, которую я вчера вам рекламировала. Кофе пью этой марки, Селезионе пью. Хорошая марка. Вот я сюда взяла лимон, оливковое масло, специи и чуточку беру бренди. Видите, бренди беру специально для капасантов. Это для капасантов. Буду вот так их вот запекать. И сухариками. Еще наверху сейчас они помылись. Я их сушу. Вот так. И капельку бренди для вкуса. И для аромата. Сейчас я поливаю вот свои капасанты. Но смотрите, надо быть очень осторожным, чтобы вот это масло не упало на саму эту деку. На саму деку, потому что потом будет... Вот я уже капнула капельку. Потом вытру, уберу. Вот. Это, что я говорила, бренди. Вот это там все рядышком. И чуточку посыплю сухариками. Окей? И спрашиваю итальянца, венецианца, может, я что-то делаю не так. Но мне нравится, когда так, ну, капельку сюда еще добавлю. Еще капелечку сюда добавлю. Окей, все вытираем. Капасанты готовы подачи в духовку. 180 градусов. Сейчас у меня тут 187. Еще ромба. Ну и будем кушать их так, как коцы. Приготовим так, как коцы, потому что есть картошка, еще паста, это уже много всего. Окей? Идем допо. Через идем допо. Ну, мы начинаем оперативчик. Капасанты уже готовы. Эти ракушки, моллюски. Come si chiama? Гон. Вонголи тоже. А камбала еще запекается. Всем приятного аппетита, друзья. Сегодня пьем мюллер. Мюллер — это немецкая фамилия, но выпускается зона Тренчино, Венеция. Си? Зона Тренчино, мюллер. Угу. Там горы, рядом Австрия. Все, кушаем, пока горяченькое. А камбала, да, да, уже это еще камбала, quanto minuti ancora? 20 минут quasi. Quanto minuti? 40 минут готовится полностью, но сейчас как бы еще 20 минуточек. Это у нас топочки приготовлены на лимончелло. Лимончелло, это когда уже покушали, тогда уже лимончелло пьем. Бренди мы не пьем, вино пьем. Все, приятного аппетита. Показать внутри. Вот это... Рацию с ними. Ну, кушаю, вкус хороший. Un po' di sabbia. Dimmi, questo veneziano, laguna veneziano? Sì, 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 sì. Queste qua si pescano. Сегодня ночью вылавливали. И лагуна венецианская, да-да-да. Это все нашинское, тутешнее. Ну что, камбала готова.
Сейчас будем ее накладывать на свои блюда. Смотрите, вот это все омега-3. Видите, какая она жирная. Это рыба. Это камбала. Натуральная омега-3, ребята. А вот и камбала. Маура уже почистил. Картошечка вкусняшечка получилась. И начинаем кушать уже камбалу. Все, приятного аппетита еще раз всем. Ваше здоровье. Надо долить чуточку. Ну, я не пияк. Вкусное вино. Ну, могу без него жить. Честно вам скажу, признаюсь. Все, папусики. Ну, вот мы покушали. Мы уже допиваем свое лимончелло. Да. Всем желаю быть здоровыми, счастливыми и удачки. Чао-чао.